Здравствуйте всем! Я из Украины, из Одессы, из жемчужины моря. И хотел, друзья, поговорить о такой очень интересной теме по поводу, что ж, друзья, а можно ли пить алкоголь, друзья? Что же говорит, друзья, по этому поводу Господь наш Творец и Иисус Христос, друзья? Что Он говорит, друзья? Сейчас мы разберем. Понимать, друзья, нужно что? Ту первую вещь. Что Творец всей нашей, друзья, Вселенной, это наш, друзья, Господь. Он, друзья, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, да? И в том числе, друзья, Бог Сын является Иисус Христос. И Он, друзья, Иисус Христос, что, друзья, заповедал нам, друзья, наш Господь, да что? О том, друзья, что Он создает церковь, друзья. А церковь это что? Это, друзья, является руки и ноги Иисуса Христа, друзья, на нашей любимой планете Земля. И что же, друзья, понятно, друзья, что Иисус Христос является, ну, чем, друзья? Он является главою церкви. А вот, друзья, смотрите, пьем мы как, друзья, через что? Через голову, то есть через рот, так, вот, на голове. Короче, одна часть головы, да. Мы, друзья, не берем, допустим, условную клизму, и через клизму, допустим, заливаем, допустим, себя там еду, воду там или алкоголь. Нет, да, друзья? Чтобы голова, что голова говорит, то и мы и делаем. А что, друзья, говорит голова, наш Бог Иисус Христос? Что он говорит, да, друзья? Вспоминаем, что он говорит. Он, друзья, говорит, что? Что я не буду, говорит, пить до того времени, друзья, пока мы не будем на небесах, да, друзья? Потому что в Царстве Небесном можно, друзья, уже, когда там, друзья, именно уже выпить, там, может, духовное вино и так далее. Иисус Христос заповедал, друзья, все церкви и всем сказал, всем это заповедовать, всем остальным людям. Вот там, друзья, на небесах. А пока, друзья, мы на земле, пить, друзья, не надо. Поэтому, друзья, вывод какой? Пить, ну, нельзя, не пьем. Вот, друзья, причем, друзья, как минимум, есть... Понимаю, друзья, Господь намного больше наш, друзья, алкоголь, много чего, друзья, он там вредит, да, наши там мозги и так далее, и так далее. Он, друзья, из этого и духовность страдает, и все и всякие привычки, все люди могут так там серьезно купить на алкоголь, а тоже другой вопрос. Это суть. Господь сказал, очень просто берем и не пьем, друзья, очень много есть напитков, всякие воды, друзья, соки, сладкие воды. Воды, друзья, хватит. Купаться захотите в море. Воды с головой, друзья. Поэтому без алкоголя, друзья, мило, друзья, живем. И что делать, друзья, Господь говорит, идти, друзья, и возвещать тела Господь. Сегодня, друзья, проповедовать Его чистое и живое слово, друзья, рассказывать о Его Божьем Слове. Действительно, друзья, мы исполняем настоящее Его, друзья, Божье повеление, друзья. То, что всегда нас, друзья, хочет наш Господь Иисус Христос. Поэтому, друзья, обязательно, друзья, отказываемся от алкоголя, друзья, слушаем Слово Божие, питаемся Словом Божьим, возвещаем, друзья, наши дела Господни. И таким образом, друзья, нужно, друзья, сильно... Ближе, ближе, друзья, достаточно дорожечку, друзья, именно вечность в рай, друзья. А ведь, друзья, мы помним, что ад, друзья, это место полного и вечного, друзья, мучения. А рай, друзья, это место полного и счастья, рай, полного и вечного, друзья, счастья, радости и благодати. То же самое, друзья, как здесь, шикарно, друзья, в Одессе, на море, друзья, с прекрасными пейзажами, друзья, с прекрасным морем, друзья, с прекрасным, вообще, друзья, атмосферой, с прекрасным полезным морским воздушочком. Только в раю все еще будет бесконечно разлучшен. Поэтому, друзья, я ссылочку оставляю на полное видео в описании, где наши апостолы все детальнее разберут тему. Поэтому обязательно, друзья, смотрим Слово Божье, питаемся Словом Божьим. И таким образом, шаг за шагом, протаптываемся дорожечку в вечность. В рай. Аминь.